день скажут всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес, может стать добрее мир для людей. Если станем мы немного добрее. Ой, добрый день, ребята! Эх, ну где же Зубок? Ну всегда он так необязательный. Вот-вот Лёша придет, а мы с Зубком договорились к его приходу сходить в лес за орехами. Ой, ой. Всем привет! Шунечка, я не опоздала. Еще как опоздал! Полчаса тебя уже жду. Вот-вот уже Лёша придет, а мы еще в лес за орехами не сходили. Ну, ты понимаешь, тут такое дело. У тебя всегда такое дело. Шунечка, я... Ой, даже ничего мне не говори! Вот из-за тебя мы остались без орехов. Помощник. Шунь, ну чего ты сразу? Ну, понимаешь, я там в лесу. Ну, давай, сейчас быстренько один за орехами сбегаю. Придет Леша и... Ну, что? Добрый день, ой, дорогие мои. Добрый Здравствуйте, день. Ребята. Здравствуй, Леш. Бегать никуда не нужно. Да? Потому что белки прислали для Зубка вот такую корзиночку с орехами. Ой, белки? Да, с благодарностью. Зубок сегодня совершил настоящий геройский поступок. Ой, а какой такой поступок? Мне белки рассказали, что Зубок сегодня был как настоящий профессиональный спасатель. Он помог бельчатам, которые заигрались и упали в воду, и чуть не утонули. Зубок, какой же ты молодец! А кто такие спасатели? Спасатели? Да. Есть такая профессия. Вот Зубок, когда вырастет, может быть, будет спасателем. Да? Ой, а как же я стану спасателем, если я ничего об этой профессии не знаю, а, Лёш? А я вам сейчас про нее расскажу. Беда может произойти с каждым в любом уголке земли. И тогда на помощь пострадавшим приходят спасатели. Вот в этой книжке есть фотографии спасателей, посмотрите. Вот, например, пошли туристы в горы. Да по неопытности заблудились. Ой, это плохо, когда заблудишься. Да. Вот тут же на вертолетах, вездеходах к ним на помощь спешат спасатели. Они хорошо ориентируются в горах, знают все тропы и могут помочь пострадавшим. Или, например, пошли люди на речку купаться, кататься на лодке. Но подул сильный ветер, лодка перевернулась. Людей надо обязательно спасти. И вновь на помощь приходит спасатель. О, они и плавают хорошо. Конечно, они помогают в самых разных ситуациях. И в горах, и в лесу, и на воде, и даже под водой. При пожарах, при наводнениях. Ну, в любых трудных ситуациях. Какие они смелые! Ничего не боятся! Да, но чтобы не случилось беды, мы должны сами быть осмотрительными. А бельчата оказались неосмотрительными. Ой, ну хорошо, что все хорошо закончилось. Есть нелегкая профессия – спасатель. Если кто-нибудь в беду вдруг попадет, днем и ночью, и в любое время года он на помощь обязательно придет. А девочки бывают спасателями? Спасатели – это очень трудная работа. Она требует много сил, выносливости. Но девочки могут помогать спасателям, если они станут врачами. Ой, ты извини меня, Зубок, что я стала тебя ругать, не разобравшись. Я была не права. Да ладно тебе, Шуня, что ты? Вы у меня молодцы. Настало время попрощаться с нашими зрителями. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Лучшая забота – другим на благо работать.